Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья! Мы будем развлекаться и обучаться. Устраивайтесь поудобнее. Будет интересно и очень познавательно. Зовите маму, папу, брата и сестренку. А если их нет рядом, попроси взрослых, чтобы они скинули ссылку всем близким и знакомым на наш увлекательный мультфильм. Вместе с Мартой и Вовой развлекать и обучать вас будут два добрых и трудолюбивых помощника. Это Пчелка и Мурашек. Поздоровайтесь с ними! Веселый мультфильм с Эльбер развивашка. В гостях у умной пчелки и умного мурашка. С нами будет Марта, с нами будет Вова. Вот и команда для развития готова. Мы расскажем вам про то, мы расскажем вам про это. С нами ты узнаешь тайны и секреты. Мы играем, изучаем, танцуем, не скучаем. Много и интересного из мультика узнаем. Зовите свою маму, сестру с братом зовите. Вместе веселитесь и наш канал смотрите. Полезный мультфильм Сайбер, развивашка. Пчелка, Мурашек, Вова, Марта, Милашка расскажут, покажут и развеселят вас. На нашем канале мультфильм высший класс. А что там делает Марта и Вова? Они играют с круглыми предметами. Это мячики, шарики, кружочки. Такие предметы очень удобно держать в ручках. Их можно катать по полу. И это очень весело. А какие круглые предметы знаешь ты? Какие из них есть рядом с тобой? Солнышко, тарелочка, часики, колесики. А еще можно сделать ротик круглой формы. Попробуй сделать это, как Марта. Это весело! В природе очень
Окно тоже прямоугольное. Ну, что-то мы засиделись дома. Посмотри, какая прекрасная погода на улице. А какая погода сегодня у тебя? На улице хорошо. Здесь чистый воздух, солнышко, красивая природа, земля. Мы, пчелы, живем в домиках, похожих на вытянутый круг. Он называется улей. Ты можешь называть его просто «пчелкин дом». Пчелки живут дружными большими семьями. Мы, пчелы, очень трудолюбивы и организованы. Наше основное занятие – добывать мед. Вы покупаете овощи, фрукты, другие продукты, кушаете их и даже не догадываетесь, что только благодаря пчелкам большинство из них попало на наш стол. Благодаря опылительной работе пчелок повышается урожайность многих растений. Пчелы являются самыми важными опылителями цветковых растений, и без них многие растения просто вымерли бы. А ты, наш любимый зритель, любишь сладкое? Кушай только полезные сладости и слушайся маму и папу. Они желают тебе только добра и всегда подскажут, что кушать полезно, а что вредно. Ой, а где это мы? В радуге есть 7 цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. А какие цвета есть в твоей комнате? А какой цвет тебе нравится больше всего? Скажи, малыш, какие еще цвета ты видишь на нашей полянке? Правильно, на нашей полянке есть все цвета радуги. Давай их повторим. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. А сейчас давай поиграем. Проверим, насколько ты внимателен, наш зритель. Найди на экране красный квадратик. У тебя получилось! Ура! Теперь задачка посложнее. Нужно найти на экране пчелку. И это правильный ответ! What you think that we think is good.
здорово потанцевали. А ты танцевал с нами? Чтобы немного отдохнуть, давай поиграем в прятки. Закрой глазки вместе с Мартой и открой их, когда мы досчитаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как быстро вы справились с задачей? Вы с Мартой самые быстрые и умные. А на улицу идет дождик. Ты любишь дождик? Дождик очень полезен для природы. Цветочки и деревья не могут жить без достаточного количества воды. Они очень любят пить воду, которую дает им дождик. Человеку тоже очень нужна вода. В человеке очень много жидкости, поэтому пить чистую воду полезно. Реки и озера тоже очень любят дождик, ведь он подпитывает их своими капельками. Видишь, как в природе придумано все правильно и логично? Мы должны беречь и любить природу. Тогда она тоже будет любить нас, и всем нам на земле будет хорошо. Давай поиграем в еще одну игру. Перед тобой тучка. Тебе нужно найти формочку, которая подходит для тучки, чтоб ей было удобно. Правильно! Ты опять справился! Теперь нам нужно помочь найти дорожку домой нашему червячку. Ты опять все сделал правильно. Наш дорогой малыш, спасибо тебе. Теперь червячок в безопасности. А в какие игрушки ты любишь играть? Вова любит играть с динозавриками, а вот и они. Сейчас он познакомит нас с ними. Покажи своего самого любимого динозавра. Как его зовут? А какой самый злой динозавр? А не перед ним ли, который стоит сам, не знаю? Он сейчас съест. А сейчас небольшая загадка. Найди среди животных динозавров. Справишься? Давай попробуем. Выиграл! Поздравляем! Как Марта кушается? Дери, покажи. Молодец. А у тебя есть друзья? Друзья – это те, кто любит тебя, помогает тебе, и вам нравится проводить время вместе. Твой друг может отличаться от тебя. Например, пчелка дружит с мурашиком, квадратик дружит с кругляшиком. Друзья могут быть разные, но это не мешает им уважать друг друга и быть друзьями. Когда солнышко светит,
и птички смеются, когда друзья наши вместе, а вкусняшки на блюдце. Друзья бывают разные, круглые и красные, высокие и низкие, далекие и близкие. Друзья бывают старые, друзья бывают новые, крылатые, тигровые. Твой друг и ты, вы как эти цветы, разной формы, но единой доброты. Вы как лучики света, друзья, наша планета, и с нами доброта, радость и красота. С другом весело и вот, с другом можно пить компот, с другом можно рисовать, идти в мячик поиграть. Друг поможет в беде, друг поможет в еде, друг всегда и всюду помогает другу, настоящий друг. Слабее и сильнее, страшнее, красивее, честнее и справедливее. Друзей нужно беречь, друзей нужно любить, и дружно с ними жить, и дружно жить со всеми, и с этими, и с теми. Со всеми нужно быть дружнее. Друзья бывают разные, круглые и красные, высокие и низкие, далекие и близкие. Друзья бывают старые, друзья бывают новые, крылатые, тигровые. Твой друг и ты, вы как эти цветы, разной формы, но единой доброты. А еще у нас есть вот такой питомец. Его зовут Пилотик. Он очень добрый и милый.